Ребятки, доброе утро. У нас сегодня очередной выезд, все с того же места, но абсолютно в другом направлении. Сегодня гор не будет, будет грязь. Обещают много грязи. Так, ну что у нас? УАЗы, котлеты, как всегда. Тоже в тот раз ездил с нами Константин, порвал переднее левое, уже починенный, все в порядке. Ниву, к сожалению, не знаю, что с ней, УАЗик не знаю. Патриот впервые с нами, точнее мы с Патриотом. УАЗ едет, вот посмотрим сегодня. Очень интересно, как Патриот едет. Наши подписчики Евгений, 31-й сафари. Все блокировки, занижения, усиленные карданы, ну, в общем, все правильно. И Виталик тоже на той неделе буквально почему-то он от нас отстал. Сейчас спросим, как он проехал. Он с малым даже. И вот за неделю что сделал? Выхлоп вывел и поставил А-образник себе. Понравилось ему, как у Константина работает подвеска на красный. В общем, сделали. Тоже? Сзади Валрейсинг. Спереди заварка. Колхоз. В смысле, просто заварка? Просто заварка, да. Заварили. Резина Нартек 35-й. Не военный, да? Не, не военный, спайсера. Спайсера. Все. Ну, в общем, такой боевой набор. Я бы сказал, даже туристический. Туристический. Ой. Чай можно. Кайф. А, красная замыкает. Едет. А УАЗик-то на 35-х тоже немножко тяжковато ему. У тебя жопа! Жопа не работает. Только морда крутит. Но оно такое по-другому чуть-чуть. Да подожди. Стой, держи, держи, убирай. Все, давай, помогай. Идем в репортаж «Россия-24».
отдохнуть на один день. А ты говоришь, да тут нормально. Первая, вторая? Вторая, конечно. Ну да, кстати, после почему-то ремонта перестала. Опачки. Эх, ушуршал, не успел я его догнать. Хорошо, прошел дальше. И все! А вы боялись! О! Женя, 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 не надо рваться! Морду, морду подруби! Морду подруби. А уже пизда, она лопнула? Кто? Морда. Да ладно. Да. Нету. Ну, подцепляй лебедку. Не может быть, еще не треснуло, ничего. Щелкнула, щелкнула. Ну, ладно, пусть не. Поедем без нее. Японский городовой. Нива, Нива едет. Да Нива уже все. Вы че? Да проедет он по бровке. Ну вот тут. Нет, стой, стой! А я тебе чё? А чё ты мне моргаешь? Я тебе говорил, куда ехать. Ты мне сюда показал. Я тебе вот сюда показал, и по бровке, а не в колею падать. А мне чуть-чуть поднять. Ну, Костян. Это ровно. Это у него ровно. Но на пузе не послушал меня, как ехать. Ляпнулся в колею, в чью-то. Ну, в общем, ща поедет. Так, ну, ситуация складывается таким образом, что здесь передний редуктор порвали. Разворачиваем парней домой. Да он все на ровном месте висит. Не рви! Так, и еще одна Нива, который Виталик, которого я показывал, что ему ночью А-образник сделали, готовился парень к покатухе. Вот, собственно, этот А-образник и отвалился. Или порвался, или сварка обломилась. Где-то вот рычит недалеко, сейчас посмотрю. Скорее всего, вот эти две машины едут обратно. Приветик. Потому что надо было не покупать рычаги, а самому делать. А что произошло? Ну он вот умер. И сайлентблок выскочил. Новый. Так надо же было проваривать. Тут вообще сварки нету по факту. Ну сейчас поедем проваривать. А на чем? На котлете поедет. На Сашке? Да, да. Тогда зацепите еще одну Ниву. Короче, поедут, заварят, и потом уже... Сейчас прилипну.
Че там? А, о, Илюха лебедку тащит. Все нормально. Так, ладно. Мы встаем во главе и показываем маршрут. Беда. Таких у нас еще. Просто грязь. О, вышел. А, блок не подключил. Thank you.
Оказалось сложнее. Протягивай, Азамат, дальше чуть-чуть. Дальше, дальше. Вот это вот правильный стиль для УАЗика. Он едет аккуратненько, заезжает и потом дает газ. Все четенько. Все, полетели. Еще пару раз и выйдешь. Почистил? Дойдет каждый раз по 20 сантиметров. Лебедим? Давай! Не едешь? Пробуй колеса вправо чуть-чуть. Плюс крутит. Я знаю. Я тебе скажу, ехать не будешь, здесь колея удобная. Перецепляй. Поехать, не поедешь. Колеса вправо. Нет, нет, нет. Нет, правильно. Давай. Да.
Потихоньку. Цепляем. Пацаны, все. Фу. Ты хоть иногда штурманов слушай. А? Ты хоть иногда штурманов слушай. Мы ж тебе сколько раз кричали. Сейчас перчатки одевает. Все. Лебедка. Валера, Валера. Перед вообще левая не крутит. Правая. Правая не крутит. Нет. О, а что там УАЗик делает? А.
Там высоко. Куда ты хочешь прыгать? А говорят, УАЗик не умеет объезжать. Ну что, ребята, получается, что колея такая, что 35-е у Азамата на военных прошли, а на спайсерах 35-е не прошли, хотя на Артеке. Обещали грязевой маршрут, он грязевой. Кстати, хорошо едет. А? Оп, аккуратненько. А вот и Валера. Ой, Валера, Валера. Вот интересный стиль вождения тоже. А Валера опять ребенка. Я бы хотел отметить вот эту фразу.
правый привод уже. Ситуация у нас неординарная для нас. Осталось 3 машины. Нашли беседку, сейчас покушаем. И добьем этот маршрут, потому что у нас 2 УАЗика развернулись, уехали, и у них что-то скучно. И 4 машины у нас до этого отстали. Так что у нас сегодня потери. Костян минус фара, тут минус тросик газа, тут минус передняя правая. В общем, такой маршрут. Грязевой, боевой. А попробуй еще назад. Давай. Еще раз. Вот так вот просто. Вот пробуй вот так. Туда. Все, лебеди, отсюда лебедить, не надо дальше. Все. Вот чуть-чуть не хватало, вот одно колесо убирается и все. Все, лебедочкой выехал. Но лужи не осталось. Там прям жижа. Спускайся сюда на речку. Давай, выезжай, уже выехал. Давай, выезжай.
налево по воде. Где штурманы? Давай лебедку, брат. Да бежит. Быстрей. Тони. Я спросил, я сказал тебе налево. Бля, подожди, я его не найду. Блин! Дворники выключи, они не помогают. А Костя сюда пошел, да? Да. Не греби, тонешь! Я сказал, Нива потонула. Туши! Да.
Да, ремень. Или гур заклинил, или ремень. Ремень. Скорее гур. Гурт отек. Теплый. Не, ремень свистел. Ремень. Или гур заклинил, или гена. Ну, произошла ну резина, да, воняет. Я заклинил гур, похоже. Ну, очень, да, похоже. Че, разворачивайся, давай его тянуть. Или ты вытянешься сам лебедкой, да? Еще руль. Все закидано грязью. Ребятки, у нас луна, ночь, промоина с деревом. УАЗик на лебедке, патриот без зарядки, без переднего. Меня видно, где я стою? Да, сейчас, да, да, да. Вот это труба, а вот это без трубы. Ну вот. Рост, полностью рост. Ну, по плечо. Да. Оп! По широкой вот туда. Вот. Сразу выскочи сюда. Вот. Еще можно. Чуть лево. Вот так ровно спускайся. И по широкой. Туда, на пенек. Во. Сейчас будем толкать Азамата. Давай, 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 я смотрю. Смотри, дерево справа. Еще чуть-чуть, 30 сантиметров. 30, 20, стоп. Стоп. Красная, как всегда, тягает УАЗиков. Гони! Гони! Не тянет! Не тянет! Там жижа, но пройдешь. Проезжай вперед, Костян, проезжай, они тут патриот сейчас разворачивать будут. Ситуация. Патриот, котлета, не пробил, прилип так прилип. В общем, патриот, что у вас там такое? Поехали мы домой, все, пацаны, до свидания. А ну подергай еще. Да не, ну для видосика. Дерни рулем пару раз. А еще раз. Да вон она, короче, валяется, пацаны. Это длинная сошка, да, получается? Нет, да, это... А, да. А, так у тебя не сошку поломало, у тебя болты поломало. Да не болты. Сошку сломало. Аккуратно пить.
Ой-ой. Право, право, право. Повторюсь, третий раз. Обещали нам грязный маршрут. Он грязный. Так что ты? Это была не самая глубокая лужа из сегодняшних наших. О. И я вот так вот сегодня бегаю, 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 бегаю. Че дальше еще? Ну едь ровно, че уж тут. Честно, мы вот сейчас сидели, обсуждали, а как мне, сидели, обсуждали, что парней эвакуировать лучше все-таки обратно, а не вперед. Ладно, поехали. Ребятушки, ну что я вам хочу сказать. Время 1:00, мы заехали в город. Парни на 3 Нивах поехали спасать наших УАЗиков, запчастями собрали все. Так что эвакуация будет проходить у них ночью. Но так как мы выехали совсем, то есть, короче, мы по кругу объехали полкрая. А они зашли, там есть объездная дорога легкая, они с нее зашли, там им 7-8 километров, и они парней заберут. В общем... Я думаю, на этом видос закончится. Если вдруг кто-то что-то снимет, мне пришлет, то мы обязательно вставим эти кадры, моменты. В общем, всем спокойной ночи, приятного просмотра. Спасибо, что были с нами. Мы будем стараться делать дальше крутой контент, видосы и так далее. Все, мы спать. Всем мир.